капитальный ремонт, пусть даже не асфальтово-верхнее покрытие, это один из факторов капитального ремонта. А нижнюю часть, как замена инженерных коммуникаций или как укладка плитки, можно проводить всесезонно. По вопросу текущего ремонта, это более сложный вопрос и зависит от погодных условий. Ну, первое, конечно же, погодные условия – это выше 5 градусов должна держаться температура, больше, наверное, недели. Второе – это просыхание всего полотна. Чтобы это просохло, эти два фактора должны быть взаимосвязаны. Что по погодным условиям будет дальше, как бы мы не можем без синоптиков определять. На сегодняшний момент знаю, что вроде и плюс, и по гидрометцентру, и через неделю опять минус опускается. Поэтому говорить, когда точно это произойдет, в настоящее время невозможно. Но готовы как бы для подписания договоров уже завершаются тендерные процедуры, и вся техническая и документальная часть уже готова. Приоритет магистральных улиц, там, где ходит общественный транспорт. В первую очередь это троллейбус. Второе же идет общественный транспорт, так называемый маршрутки. И как бы более периферийная часть уже в третью очередь. В настоящее время вы видите, что балансосодержатель коммунального предприятия «Городские дороги» содержит более глубокие ямы, засыпает вторсырьем, который продержится и обеспечивает проезд транспорта.